На территории Центра доверия каждый праздник отмечается красиво. Юбилей Академии «Семья» не стал исключением. 10 лет бессменным руководителем общественной организации является Валентина Борисовна Сергеева. Да, мы много работаем, совет академии, академики, а это все школы, детские сады, учебные заведения, учреждения дополнительного образования. Везде у нас наши академики. В этот день все академики от мала до велика собрались отметить день рождения. Со знаменательной датой семью поздравил глава города Алексей Кашаев. У нас собралась большая и огромная семья. Поэтому давайте друг другу скажем спасибо, что мы сегодня здесь все собрались. Отдельные слова моей благодарности Валентине Борисовне. Все-таки она такой идейный вдохновитель данной организации. За большой вклад в работу общественной организации академики были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами главы города. Подарком для всех стали танцевальные и песенные номера. Татьяна Елисеева, Юлия Пак. Наше время.